Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс.Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как всегда, проходит замечательный конкурс на вот такую вот игру «Партизан 1941». Судя по всему, идет речь про года. Как обычно, спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Ссылка на мою группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Народу участвует в моих конкурсах довольно-таки маловато, поэтому шанс довольно-таки высокий. Поэтому залетаем, участвуем, шансы очень большие. Помимо игр и ключей для игр, мы разыгрываем еще и скины из игры CSGO. Поэтому желаю всем приятного просмотра и удачи в конкурсе. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу поговорить о Спортмастере, таком магазине в России. Не знаю, кстати, в России ли он только или в других городах он тоже... Ой, в других городах. В других странах он тоже есть или нет, я этого не знаю. Я эту информацию не гуглил, потому что речь в этом ролике не об этом. Да и, в принципе, мне это не особо было интересно. После того, как я узнал, мне Спортмастер вообще перестал быть интересен. Поэтому вот так вот. Собственно, в этом ролике поговорим о том, оригинальные ли вещи Nike, Adidas, Puma, какие там еще бренды есть. Оригинальные ли бренды, популярные бренды, продаются в Спортмастере. Собственно, поехали. Начнем с того, что помню времена, когда была, так скажем, мода, что ли, какая-то. Ну, короче, это круто смотрелось. Я бы даже сказал, что больше мне нравилось, чем как-то по моде я одевался. В общем, была такая тема, то, что носили носки найковские, да, или там Adidas, без разницы, короче, длинные носочки такие, как гольфы, типа, ну, понятное дело, меньше. И там с какими-то подкатами, подворотами и так далее. На самом деле, в то время это очень красиво смотрелось, да и сейчас это, в принципе, круто смотрится. Ну, красиво имею в виду. Так вот, решил я тоже обзавестись такими носочками. Ну, очень-очень сильно уж мне нравился вот этот стилечек прям. Вот эта вот красота. И, собственно, решил я тоже приобрести себе носочки. Особо не разбирался вообще в те времена, там, где покупать, где не покупать. В Спортмастер обычно ходили, там, с родителями. И всегда, в принципе, там, да и покупали. Ну и в этот раз, собственно, не стало исключением. Говорю, хочу носки. Собственно, поехали в Спортмастер, купили. Не знаю, там, лет 16-15 мне, наверное, было. Не помню точно. Собственно, Nike. Там, Nike в основном. Три пары. В принципе, даже на канале есть обзор. Хоть он и плохой. Ну, как сказать, плохой. По превьюшке он плохой, по содержанию я бы не сказал. Чисто превьюшка мне особо не нравится. Но, в принципе, можете заценить. Сейчас я даже его покажу. Пока не забыл. Может, кому-то будет интересно, кто его знает. Я так смотрю, людям-то интересно. Обзор на эти найковские носки. А, у меня, то есть, даже обзор этого... Да ладно. Серьезно. У меня, то есть, этого обзора на Дзене, получается, нету, да? А, нет, вот есть. Почему-то сразу не показал. Вот, в общем, этот обзорчик. Обзор на длинные носки Nike. Три пары разного цвета. Вот, со Спортмастера. Собственно, превьюшка мне здесь не нравится, поэтому не особо интересно. Лично для меня. А так, содержание ролика хорошее. Так вот, помимо носков, помню еще, полковник Бустеренко появился. Все начали повязки тоже носить. Тоже это красиво смотрелось, опять же. То есть, реально, было четко, круто. Nike, Adidas, типа, популярные бренды американские. Крутые, все круто. И, собственно, тоже в Спортмастере беру.
повязку, опять же, да? У меня даже ролик, он прям люто выстрелил там. Можете тоже его глянуть, опять же. Давайте, ладно, я его тоже покажу. Может, кому-то будет интересно, потому что он реально люто выстрелил. Вот этот ролик. Повязка Nike. Его название. Тут уже, как видите, превьюшечка четенькая, хорошенькая. Все белиссимо просто. Красота. Так вот. Тоже выстрелил, все четко, хорошо. Но потом я узнал правду, шокирующую меня. А, нет. До этой правды я... Там как раз уже были санкции. Как раз решил приобрести в спортмастере носки Adidas себе. Вот так вот. Ну и, собственно, приобрел, кайфую опять. Просто круто, классно, прекрасно. Там три пары. Также, в принципе, круфы могу приложить, опять же. По приобретению делал тоже на них обзорчик. Там сколько тоже? Три пары, наверное. Вот название, вот превьюшка, собственно, кому интересно, гляньте. Опять же, если интересно. Так вот, и в принципе все. На этом спортмастере я больше ничего не покупал из таких популярных брендов. И потом я решил задаться вопросом. Почему или оригинальные ли вещи продаются в спортмастере? Как раз из-за санкций ко мне в голову пришел вот этот вопрос, типа, бренды ушли, Adidas, Nike ушли из России, да, с российского рынка. И такой думаю, подожди, а почему в спортмастере есть? Они типа завозят там откуда-то из-за рубежа или нет? Зашел в интернет, почитал некоторые статейки, и оказывается, что вот эта повязка, носки, которые я покупал в спортмастере, найковские, Adidas, они на самом деле вообще не оригинальные. Как это работает? Спортмастер, допустим, идет к Адидасу, пишет там, допустим, мы вот такая вот сеть огромная, у нас там заводы и так далее в России. Дайте нам право делать вещь, носки, допустим, да, только ставить ваш логотип, типа. Потому что если они бы это не сделали, там можно через суд это все было сделать. Ну, вы, короче, поняли. Авторское право или как там это называется. Товарный знак, ну вот это вся шняга, короче. И, собственно, они, получается, заключают. Все, типа, давайте, да. Там договор, допустим, 20% там Адидасу просто в кармашек. От продаж. Складывайте и все. Или там, допустим, миллион, вот, пожалуйста, в месяц вам. Ну, короче, вот, например, просто чисто к примеру, да. И, собственно, так это работает. И все. Пожалуйста, вот вам найковская. Понятное дело, что по качеству явно уступает, явно хуже, чем оригинальные шмотки. Да и понятное дело то, что оригинальные шмотки надо покупать у оригинального поставщика, у оригинального продавца. Это, мне кажется, всем понятно, объяснять здесь не надо, что это, по сути дела, является пали. По сути дела. Поэтому... Вот такая вот шокирующая правда. Возможно, кому-то это было в новинку. Поэтому, собственно, этот ролик и записываю. Кому-то нет. Но по повязке, кстати, могу сказать, сколько там, когда я снимал повязка Nike. Уже не помню даже. 24 мая 2022 года опубликовано. Думаю, я ее раньше покупал. Либо же мне прям капец так кажется. А, или это только на Дзене. Я даже сейчас прогуглю, давайте, эту информацию сейчас. А, два года назад я покупал. 2021 год это был. Собственно, полковника там вроде насмотрелся, увидел. Sold out был везде, не знаю, в любом магазине, где не закажи, не закажешь ты. Даже обычную там черную или какая там коричневая. Не коричневая, ну, короче, поняли, там три цвета. Черная, белая и вроде коричневая, не помню как. Не коричневая, блин. Блин, цвет такой, напишите в комментариях, сейчас, короче, не вспомню. Если вспомню, скажу. Так вот, и, собственно, даже вот эти три, они были sold out. То есть их нельзя было приобрести. Я, собственно, ролик об этом вроде как делал или не делал, я не помню. Ну и, собственно, в спортмастере мне приходит вроде уведомление. Я, собственно, беру быстренько 800 рублей или 900 рублей или 700 рублей. Собственно, купил, заказал через приложение. Пошел, забрал, в принципе, спортмастер. Но вот это правда.
о том, что у них там свои заводы, у них просто контракт, они делают там из дешевой, ну как дешевой, относительно дешевого материала, продают, понятное дело, по дешевой цене. То есть, допустим, там оригинальные носки Nike там три пары стоят 1500 рублей, к примеру, да. А спортмастере такие же, точь-точь, стоят 800 рублей. Или за сколько я покупал 1000 рублей вроде как. Поэтому вам решать, в принципе, покупать или нет, но флексить этими шмотками я бы не стал. Потому что, по сути дела, они являются неоригинальными вещами. Потому что покупались не у оригинального поставщика. Продавца. Неоригинально. Вот так вот. Поэтому оригинальные шмотки, где мы покупаем правильно? Только у оригинального продавца. Nike покупаем в Nike, Adidas покупаем в Adidas, Gucci покупаем в Gucci, ну и короче вы поняли, Stone Island покупаем у Stone Island, ну или в Цуме, да, они все-таки проверены. В Цуме вроде Adidas, Nike не продают такие вещи. В общем, как-то так вот такой ролик получился разговорный. Не знаю, зашел он вам или нет, пишите в комментарии. Мне, в принципе, без разницы, я записываю, что мне по кайфу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, особенно если на Дзене. Оцените мой, так сказать, труд. Всем спасибо, всем пока. Всем спокойной ночи. Смонтирую этот ролик, дропну и пойду спать. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.